Когалыме 15 апреля впервые пройдет финал детской хоккейной лиги среди юношей 2014-15 годов рождения. Культурной столицей игры в золотой серии сойдутся Когалымский «Айсберг», юность из Лабытнанги, Сургутский «Титан» и Лангепасская «Сибирь». По регламенту играют 3 периода по 10 минут каждый. В случае нарушения правил игроки не удаляются, а пробивают штрафные броски. В полуфиналах встретятся в 8:30 юность «Айсберг», в 9:45 «Титан Сибирь». В этот же день в 13 часов матч за третье место между проигравшими в полуфиналах, а в 14:15 – финал. Я считаю, что вот детская хоккейная лига как раз для этих целей создана. Действительно, что большое количество команд, каждая команда встречается между собой по 2 раза. И, соответственно, основная задача правильно, чтобы дети наигрались, получили игровую практику.